Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте победителя еженедельки прошлой, которого мы определили. Сейчас гляну. Что-то я поспешил. Заигрался в одну интересную игру. Так, Георгий Нейман. Он прошлый раз выиграл, он даже на стриме был. В общем, поехали. Что у нас интересного? Вот такой вот аккаунт, он был бездонатный, мы его испортили. Все как всегда, ребят, портим аккаунты. Забрал я большой пак. Ну, как обычно, победители еженедельки. У нас есть сегодня возможность попробовать собрать огника. Сейчас побегаем по акциям. В общем, начал играть в одну интересную игру. Она на стадии бета-тестирования. Мобильная игрушка. Простенькая, все, но настолько захватывает. Постараюсь вам сегодня запилить обзор. К сожалению, на Ноксе она у меня не идет, но постараюсь с планша записать. Ну, в общем, можно будет с друзьями играть, создавать дружеские поединки. В общем, кайфовая игра. Ждите обзорчики. Думаю, вам тоже понравится. А возможно, буду думал, сидел вам снимать видосики про интересные мобильные игрухи. Ну и стримы. Стримы запускать по нормальным играм. В общем, посмотрим. Так. Все, использовали мы все попытки. Места у нас на складе нет. Сейчас немножко добавим ему место. Так, отлично. Поехали посмотрим, что там у нас еще по акциям сегодня есть. Уборка замка, выращивай призы, ежедневный бонус, разбей яйца. В общем, запишу вам видосик, потому что многие спрашивают, как участвовать в конкурсах. Запишу вам опять новый видос, обновлю и выставлю на стартовую, посмотрим. Так, такие сегодня, в принципе, неплохие акции на русском сервере. Для того, чтобы получить недостающих героев. Сейчас посмотрим, каких героев ему не хватает. Юбилейная сумка. Роза Огник. Так, императорская кузница. Поехали посмотрим. Феника. Ну, такое себе, честно говоря. Два мешка Prime. Я думаю, лучше Феника забрать. Так, отлично. С этим разобрались, поехали, добираем плюхи и поехали, будем открывать. Давайте изначально посмотрим, что у него творится по героям. Молодой начинающий аккаунт. Анубис, Рину, Фрейя, Сильная, Ледяха, Асура. В общем, дофига всего надо. Поехали. Так. Чушь, я его гильдию не рекламировал. Завтыкал, сори, ребята. Гильдия Империя Света. Блин, что-то голос подсадил. Империя Света, БГ обязательная, Форт 2000, факела 2045. Что-то они регистрируются на форты. Завтра атака форту, будет веселый день. Такс, окей, с этим разобрались. Поехали посмотрим на плюшки, что у нас интересного есть. Да, камешки. Неплохо у него камней подкопилось. Кого-то сможет одного даже качнуть.
дальнейшем железной воли, первый сет. Понятно все. Так. Ну, такое себе. Юбилейная сумка. Пактик. В принципе, неплохо. Я не помню, там какой третий, по-моему, да. Третий сет. Бум. Ну, смертушка еще добавилась, тоже неплохо. Так, что у нас тут осталось? Ничего себе. Смотрите, какой он жирный. Кучу всего натаскал. Так, с третьей сумки открыть. Так, ну что, поехали. Будем пробовать. Давайте сразу все. Бум! 215. Просто изи. 10. Ну что, поздравляю, теперь у тебя есть охник. Думаю, многие тоже хотят такие призы. Я не знаю, там ВК. Я зашел сегодня, мне продают эти ВК-куины. Ребят, нахрена они мне нужны? Я не страдаю этой фигней. Я вообще в ВК практически не сижу, только так под коллекционера захожу. Там бомбят, что не отвечаю, что не то, что не это. Я не страдаю этими коинами. Так, освобождаем места и сейчас начнем. Роллинг. Ну что, поздравляю, Огник есть. Уже аккаунт не такой слабенький у тебя будет. Даже треть практически космо. Так. Окей, отлично. Отличненько. С этим разобрались. Поехали посмотрим на его. Бум-бум-бум. Ничего себе, пятый приговор. Жестко, жестко. Что у него вообще по ресурсам? Печально, все понятно. Чем долго он будет его качать. Давайте посмотрим, кого можно ему еще выбить и заролим. Так, Бугич Рогатка, Асура Роня. Ледяха, Седьма, Фре. Ой, да тут дофига надо выбивать. Поехали. Люблю я такие роллинги. Поехали трешевать. Сегодня у него праздник. Топ сардельки так подогнал. Ну, конечно, я знаю, кто может. Админ панелька, но мы этого делать не будем. Так. Валентина. Недостающий герой, кстати. Поздравляю. Еще один недостающий герой. Паладин. Просто мега имбище, на которого вчера сделал обзор. Имка такое себе есть у него уже. Просто изи, ребят. Просто изи. Поздравляю. У тебя есть еще один мега обалденный герой. Просто трешачок, ребятушки. Ну, с вас, конечно, лайки. Лайк, подписка, репост. Ну, вы поняли. Завтра будет у нас определение очередного победителя еженедельки. Варлок. Многие пишут, зачем ты потратил самые... На таких аккаунтах надо тратить самоцветы на роллинги. Особенно на такие. Так, хранитель. Я думаю, 30к ради ледяхи любой бы слил. Так, Атлант. Ну что, у нас больше не будет имбогероев? Ну, рандомчик, давай, опять Атлант. Ну, понятно, что Атлант это мега имба. Но хотелось бы Атланта. Жестко. Жесткий троллинг. Ну, что есть, то есть. В любом случае, я считаю, что два таких героя это просто больше, чем любые ожидания его, наверное. Так, ну, ледяха, блин, обалдеть. Кого у него там еще? Может, еще кого-то выбили? Валька. Как-то так упало не особо, но я вам скажу, оно того стоило. Просто изи. Такс. Ну, в принципе, все. По акциям мы таким прошлись. Там уже дальше он сам добегает, что захочет. Пишите комменты, ставьте лайки, репостики, все дела. Всем удачи, всем пока.